Здравствуйте! В прямом эфире Арарат Ньюс. Время новостей. В студии Алина Серегина. Внеочередная сессия ОДКБ пройдет 28 октября. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба структуры. Отмечается, что в ходе сессии запланировано обсуждение результатов работы миссии ОДКБ, которая была направлена в Армению 15 сентября 2022 года. Миссия принимала решение в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. На сессии будут рассмотрены совместные меры по оказанию помощи Республике Армения. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван инициирует внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. В частности, главы стран-участниц обсудят отчет по итогам визита миссии и генсека организации в Армению после азербайджанской агрессии. Глава Кабмина отметил, что страна ждет от партнеров по ОДКБ оценки событий и принятия дорожной карты для восстановления территориальной целостности. Азербайджанская сторона передала Армении 10 тел погибших. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян. Других деталей он не сообщил, отметив, что тела должны быть направлены на экспертизу. При этом передача произошла при посредничестве российского миротворческого контингента. Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что передача тел была в Шуши, и это военнослужащие, погибшие после военного столкновения 12-13 сентября. Секретарь Совета Безопасности Армении обсудил с делегацией из Франции перспективы сотрудничества. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян 27 октября провел встречу с делегацией Министерства вооруженных сил Франции во главе с начальником Главного управления международных отношений и стратегии Гийомом Оланжье. Как передает пресс-служба Совбеза, Григорян приветствовал визит делегации Министерства обороны Франции в Армению. Стороны с удовлетворением отметили, что принимаются действенные шаги по углублению и расширению армяно-французских отношений. Григорян представил ход реформ в вооруженных силах Армении, а также проинформировал об усилениях, направленных на достижение мира в регионе. Собеседники отметили перспективы развития и сотрудничества в оборонной сфере. Наблюдатели Европейского Союза отправились в первый патруль на армяно-азербайджанскую границу. С момента прибытия в Армению патруль вдоль армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщило Европейское оборонное ведомство, опубликовав соответствующее видео. В течение следующих двух месяцев наблюдательная миссия ЕС будет с армянской стороны следить за ситуацией армяно-азербайджанской границы в целях укрепления механизмов доверия и внося свой вклад в работу пограничной комиссии, отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что идею отправки миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу представляли Австрия, Литва и Румыния. Напомним, главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. Наблюдатели прибыли в регион и приступили к работе 20 октября. Миссия рассчитана на 2 месяца. Ален Симонян представил коллеге из Узбекистана последствия азербайджанской агрессии. Спикер парламента Армении Ален Симонян представил коллеге из Узбекистана Танзилы Нарбаевой последствия сентябрьской азербайджанской агрессии. Об этом сообщается на сайте парламента. Он отметил, что Азербайджан отказывается выводить свои вооруженные силы с суверенной территории Армении, а также возвращать военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. «Мы активно работаем с нашими международными партнерами и надеемся, что Узбекистан не останется в стороне», – отметил Симонян. Собеседники также обсудили вопросы углубления двухстороннего сотрудничества, отметив, что потенциал развития отношений используется не полностью. Армения придает важность развитию сотрудничества с парламентом Узбекистана как в двухстороннем формате, так и в международных парламентских структурах, что может быть эффективным с точки зрения системного подхода к голосованию по резолюциям и взаимной поддержке парламентариев обоих стран на международной арене, сказал Ален Симонян. На встрече были затронуты вопросы армянской общины Узбекистана. В конце встречи стороны передали друг другу приглашения на официальные взаимные визиты. Это были все новости к этому часу. В студии работала Алина Серегина. До новых встреч!